Опять же, очень страшно становится. Два Кайла. Думаю, сейчас развернуться, включить армлет. Да, СФ не успевает сообразить, что происходит. Во время прыжка успеваем переобузить армлет. Покойника уходим, еще раз переобуживаем. Там уже сайленсер просто прилетел. Сайленсер это плохо, это больно. Пытаемся его тут на жадности как-то перебороть. Опять же, переобузили грамотно армлет, все получилось. 70-80% это точно. Сейчас тут я уже сыграл на глупости СФа. Не возникает, также на ранней стадии вот он не убежал. Вот, на этом его тоже ловим. Вот, чувствую запах черный и нахожу. А на этой свинке подлетаем к СФу, узнаем то, что нет у него ульты. И просто врываемся, все у нас нормально. Принимаю решение влететь в клинкза прям туда. Если потребуется. Пока что все нормально, салует аркейн, снимаю его ультой. Дерусь с СФом и начинаю уходить.